Человеческий мозг, он в процессе обработки информации большую часть своей производительности затрачивает на обработку видеоинформации. Это так, я физик-оптик, я глазами занимался. Вот. И когда у вас перед вами порядок в делах и в работе, то вероятность вами совершения ошибки намного меньше. Это я могу привести пример. Вы снимаете квартиру, одна квартира стоит $20, другая стоит $200. За $20 вы приходите, там бардак. Какова вероятность того, что вы, когда уедете с квартиры, в этой квартире будет бардак? В разы выше, чем когда вы снимаете квартиру за $200, где идеальная чистота, и вы даже, ну, вы как-то даже задумаетесь о том, что вот кинуть сюда бумажку, либо нет, когда здесь этого нет. А когда там везде бумажки лежат, вы даже не думаете, взяли и кинули.